Помочь инвалидам развить свой бизнес. С такой целью фонд развития предпринимательства «Даму» вместе с благотворительным фондом «Кузжолы» объявили о расширении грантового проекта «Посмотри на звезды». Конкурс «Бизнес-идеи» стартует 26 марта в Астане, Алматы и 14 регионах страны. В нем могут участвовать все активные казахстанцы с ограниченными возможностями. Для этого нужно подать заявку в региональные филиалы фонда «Даму». Проект «Посмотри на звезды» реализуется с 2005 года. За это время обладателями грантов стали 247 человек. Предпринимателей с инвалидностью не только финансово стимулируют, но и обучают, как вести бизнес и быть конкурентоспособным на рынке. К примеру, инвалид первой группы Александр Авдейко за эти годы дважды удостоился гранта от Кузжолы. За 7 лет колясочник поставил на рельсы свой бизнес по перетяжке мебели. Мне показали ребята, как это делается. Я перетянул диван, потом они пришли, показали, как кресло. Вот с этого и началось. Потихоньку, потихоньку. Потом соседи приходили. Кто делал? Я сам. Давай, будешь у меня. Начал по соседям, потом давал объявление в газету. И ходил по квартирам ездил. Я выиграл конкурс этот. И там сдавали документы. И то, что это сам, они посмотрели. И, ну, мне присудили 100 тысяч. Общая сумма, выделенная в этот год на финансирование этого проекта, составляет 16 миллионов тенге. В прошлых годах она составляла порядка 8 миллионов тенге. На одного предпринимателя-инвалида, который зарегистрировался с 1 января 2012 года или по сегодняшний день, сумма гранта, если в прошлых годах составляла до 100 тысяч тенге, то в этом году будет составлять от 100 до 200 тысяч тенге, в зависимости от специфики проекта.